к 1 сентября 2019 года на территории Пярнской, ныне недействующей основной школы, должно быть построено современное здание государственной гимназии, которое станет второй Водовирума. По результатам конкурса директором новой гимназии станет Ирина Путканин, которая сегодня занимает пост директора Славянской основной школы. После открытия в Кохтла-Ярве государственной гимназии городские гимназии станут основными школами. Кардинальные изменения уже не за горами. С некоторыми решениями нас познакомила мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко. Принято решение, что наша художественная музыкальная школа Ахтубинская переедет в помещение на Сыпруза 33 после того, когда Ахтубинская гимназия станет основной школой, выпустят гимназическое звено, там 179 человек, тогда вот дети, которые сейчас учатся на Сыпрузе, перейдут в главное здание, и у Ахтубинской гимназии останется одно здание. Освобождается здание на Сыпрузе 33, его будем немножко переоборудовать, и туда переселяется наша музыкальная художественная школа. Они ходили, уже смотрели эти помещения. Там уже частично сделаны такие работы, которые, в общем-то, классы и музыкальный зал, например, который можно уже использовать без особой реконструкции. По словам мэра города Кохтла-Ярве, здание начальной школы Ахтубинской гимназии подходит для деятельности Ахтубинской школы искусств. Но перед переездом в здании придется провести небольшие ремонтные работы, переоборудовать классы, некоторые помещения уменьшить, добавить перегородки и дверные проемы.